можешь вдвоем стоять? Конечно, да, давайте вместе. С вами отдельно, да. Итак, повторюсь, сегодня свадебная вечеринка. День свадьбы Саши и Ани. Событие очень важное для понедельника петербургского особенно. Здравствуйте! Здравствуйте! Да, я очень люблю русский рок. Я хотел бы заказать песню для Дурнова. Дурнова, для Дурнова, ага. Семен Никитин «Парус», да. Парус, парус, парус. Семен Никитин «Парус» для Дурнова. Дурнаво. Да, да, да. Ждем. Сейчас ждем. Короче, ситуация следующая. 4.45 роспись. Выходит он. Он возвращается. Рис, лепестки, просека. И тусуемся. Та-да-да-да-да-дам. Да-д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 а. Уважаемые гости, можно мы просим немножко подождать сейчас в гостиной? Пока снимаем верхнюю одежду. Секунду, можно подождать там, на лестнице? Так, здесь давайте все вместе. Официальная церемония в одно время, вечеринка в другое, через несколько часов. Придется погулять по рекам и каналам Петербурга пешком. И для того, чтобы сохранить атмосферу праздника, попрошу моего любимого оператора выбросить мне в лицо остатки лепестков, пожалуйста. Это счастливые лепестки. А там еще рис есть? Давай с рисом, да. Да. В лицо. Спасибо большое. Разбираешься ли ты в вине и женщинах так же атласно, как это делает Сашка? Однозначно нет, конечно нет. Что бы ты посоветовал Саше, будь ты на его месте, выбирая себе невесту? Сложно сказать. Потому что невесту я себе никогда выбирать не буду. По какой такой причине? Поймешь потом. Oh,
если от начала всех событий до сегодняшнего момента сколько прошло? 6 лет. Офигеть. Я позволю себе буквально 30-секундный экскурс в прошлое. Саша вместе со своим другом Женей Куком подсидели Exit Music на вечеринках Viva Nights, когда мы работали в ночном найт-клубинг бизнесе. И вот проходит много лет, ситуация уже совершенно коренным образом меняется. Просто теперь я занимаюсь вином, мой кайф продолжается из вечеринок во внутренний кайф. Да, и я лучший сомелье Москвы, а у меня рядом со мной лучшая женщина Москвы. Каким знатоком вина он стал на сегодняшний день? Он самый лучший, потому что пить я стал после знакомства с ним. Ну, вам доводилось с Сашей выбирать вино, например, в Ашане где-нибудь? Нет, ни в коем случае. Только в пробке на цветном выбирали. Они потрясающе вместе. Они прямо вот какая-то коллаборация того моды и вина. Они мода и вино вместе. Я так смотришь, да? Хорошо, а вот скажи, может ли быть счастливой молодость, если ты будешь пить только лишь одно вино? Ой, да, извини. Все зависит от человека, можно вообще не пить, но при этом будет хорошая молодость. Самое главное – это твое окружение и твоя компания. При этом, если хорошая компания, за это будет хорошее настроение, и все будет прекрасно. Мне кажется, люди в этой компании взрослеют, трансформируются, меняются. Они готовы предать, так же, как вино может тебя предать, но водочка никогда. Я согласна. Мне кажется, самый хороший напиток – это самогон. Во-первых, у тебя прекрасное чувство от него, во-вторых, ты с утра просыпаешься, у тебя чистейшая голова, и ты прекрасно себя чувствуешь. Ну вот, чего не скажешь обо мне, я после сегодняшней вечеринки, конечно же, не проснусь свеженьким. Головная боль и все сопутствующие факторы. Потому что вина было много, за что спасибо, конечно же, молодоженам. А ты мой долговечный парус. И мне не хочется покоя в зное. Тебя женю я на себе я вскоре. Моя любимая, ты парус в море. Опа! Значит, поздравляю молодоженов со свадьбой. Это прекрасное событие. Это рождение, как называется, новая ячейка общества, да? Да, ячейка. Да, ячейка общества. Пока маленькая, но со временем станет больше и больше. Я рад познакомиться с ребятами на этой свадьбе. Вот, и я желаю безусловно им всего хорошего. А я желаю тебе дружить с семьями. Да, я когда свою семью заведу, обязательно начну с ними дружить с семьями. Да? Кать, вот. А ты что пожелаешь? Я желаю дружить со всеми семьями, в том числе и с семьей Кирилла в будущем. Да, я бы с ними с радостью бы дружил, да. Выглядят ребята очень круто. Насколько я знаю, Аня, управляющая КМ-20. Ресторана или... Ресторана КМ-20. Вот, все супер. Еще разочек. А ты мой долговечный парус в море. И мне не хочется покоя в зное. Тебя женю я на себе я вскоре. Моей любимой парус в море. Дурново. Это за Виленд. Подозреваю, что заключительный выпуск сезона. На этой территории сегодня откроется фестиваль Station Narva, который будет проходить 3 дня. Вообще все про Нарву вы знаете, потому что в этом сериале за Виленд много времени я провел в своем городе детства. Как в Нарве, так и вообще в Прибалтике. Так что логично будет завершить этот сезон в этом же городе.